Всем привет! С вами Ирина. Сегодня мы с вами начинаем наш конкурс, про который я писала в группе. Вот наш конкурс, условия конкурса. Я думаю, многие прочитали условия конкурса и ознакомились. Я вам вкратце напомню перед проведением конкурса, чтобы потом у нас не было никаких нюансов, что где мой приз и так далее и тому подобное. Самым главным условием нашего конкурса это... Мы разыгрываем рандомно среди всех участников группы определенное количество призов. Приз – это вот такая вот кружка с нашим логотипом группы. Главным условием будет то, что тех победителей, которых выберет рандом, эти победители в течение 3 часов должны отписаться под постом в группе. Мы опубликуем это видео ВКонтакте, и под этим постом в комментариях вам нужно будет написать свой комментарий на ваше усмотрение. Или ура, или я победил, или какой хотите комментарий, такой вы и напишите. Для чего нужно писать комментарий, спросите вы, если вы и так победитель. Конкурс у нас проводится не просто, вот чтобы мы разыграли призы и все, и чтобы никто ничего не делал. Этот конкурс задуман таким образом, чтобы все-таки какое-то участие в этом конкурсе вы все-таки принимали. То есть, если вы увидите себя в числе победителей, в течение 3 часов вы должны отписаться в комментариях. Для чего в комментариях? Для того, чтобы все остальные участники группы убедились в том, что действительно участник, победитель, действительно отписался, и он может получить свой приз. Те, которые не отпишутся в течение 3 часов, ребят, значит, эти призы будем разыгрывать в следующий раз среди других участников группы. Чтобы сильно не затягивать видео, все очень сильно ждут, мы начинаем проводить наш конкурс. Копируем ссылочку на группу. Сначала мы проводим в группе по России, потому что у нас здесь немножко меньше участников. Так, все пользователи группы, вставляем ссылочку. Количество победителей 3. Далее, загружаем победителей. 1153 участника. 1153, все верно. Нажимаем кнопочку «Узнать победителей», и у нас здесь вы сейчас увидите 3 победителей. Ну что, поехали! Вот наши 3 победителя. Открываем каждую страничку. Город Харьков, Ирина Захарова, это Украина. Город Хабаровск, Людмила Зубарева. И Люция Ихсанова. Это город Санкт-Петербург. Одна девочка из России и 2 девочки из России. Отлично. Поехали, ребята, дальше. Теперь мы с вами разыграем 10 призов среди участников нашей основной группы. Я единственное перезагружу быстренько страничку, потому что, вот, видите, было только что 66, стало 67 участников. То есть у нас участники группы прибывают и прибывают. Так, мы сейчас возвращаемся в начало. Меняем ссылочку. Все пользователи группы, у нас уже кнопочка горит. Здесь мы меняем на 10 победителей, потому как участников в группе намного-намного больше. Загружаем мы всех участников. И мы сейчас с вами сверим. У нас в группе 30 тысяч. 367 участников. 30 367 участников. Все четко. Нажимаем кнопочку и смотрим с вами победителей. Вот наши победители. Открываем каждого победителя. И просмотрим с вами каждую страничку, чтобы потом не возникало никаких сомнений, где кто, кто победил, кто не победил. Так, Юлия Глущенко, город Херсон. Галина Самсон, Оренбург, это Россия. Анастасия Конарева. Скорее всего, что Россия. Людмила Москалюк, город Киев. Вероника Марусенко, Гомель. Татьяна, мастер-парикмахер Субботина.
город Одесса, Настена Конишева, Северодвинск, Людмила Кьелла, Казань, Галина Зуева, Вятские поляны, и последний победитель — это Наталья Галанина, Санкт-Петербург. Девочки, огромная-огромная просьба всех вас отписаться в комментариях под постом в группе ВКонтакте под этим видео. Вы должны написать что-либо на свое усмотрение. Ну, а мы будем сверять в 10 часов, в 9 часов, 21:00 по киевскому времени. Мы сверим все ваши комментарии и все те, кто откликнулся. Огромная просьба написать в ЛС ваши контакты для отправки вам приза. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.